уже на месте. Спускаемся на озеро. Так, трактор тут чистит накопитель. А я погнал кататься по бескрайним просторам вот этих вот, как это назвать-то? Ну, вы поняли, озерных мест. Сейчас будем рисовать конфиг по GPS, поэтому в ближайшие полчаса принимаются заявки на конфигурацию зимней трассы. Ну что у нас тут, процесс идет, там вот трактор катается, чистит. Это вот разгонная прямая. Уау, туда вот. Здесь примерно метров 300 разгона. А по ширине вот, получается, вот край трассы. И вот край трассы. Здесь, ну, чтобы вам понимать, вот машина стоит поперек. И еще больше, чем одна машина поместится. Так что готовим, готовим конфиг. Будет быстро. По крайней мере, у меня сейчас получилось от старта до места постановки разогнаться 90+. Но, сами понимаете, машина это немножко не предназначена для этого, да? Ну и резина гражданская, которая по асфальту ездила. Зацепиться как бы не получается нормально. Вот. Так, ну еще, ребят, на завтра нужна машина на тесты. Надо же протестировать эту конфигурацию. А то вот на этом пробовал, какая-то хуйня получается. Задом тоже пробовал, не то вообще. Вот, поэтому надо протестить конфиг. У кого есть там желание, возможность, завтра. Что такое шумит, а? Завтра, короче говоря, примерно там днем. Ну да, часиков 12 в час бы машину сюда, какую-нибудь жигу, покататься. Протестировать заодно автомобиль свой и протестировать трассу нужно. Одна машина, максимум две. Больше не смогу, извините.